Да, уже начала снимать. Доехали мы до Вяна. Ису. Вяна Есу. Вяна Ису. Решили. Короче. Не, ну мы видели, что сильный ветер сегодня. Сегодня у нас 4, да? Февраля. 4 февраля. Ветер это. Посмотрели, что сильный в городе, там нормально, нету такого ветра. А здесь, за городом, так людишки живут на берегу моря. А здесь за городом аж эта машинка покачивала. И решили дойти посмотреть. Потому что издалека увидели там такие волны большие. Прям как в океане. Сейчас посмотрим на наш Прибалтийский залив, Финский залив, какие там волны. Ветер очень сильный. И холодно. Ну как, не холодно, сколько там, плюс 2, да? Плюс 3. Плюс 2. На градуснике. Ощущается так морозненько. Совсем не плюс. Ну и эта дорожка тоже скользкая, замерзшая такая. Жду как на коньках. Вот. Блин, я еще перчатки не взяла. Сейчас рука замерзнет, пока доплыву. Докачусь. Ну да, барахи там такие. Ой, а так если вот этот снег убрать, ветер убрать, представьте, что мы сейчас летом. Жарко так. Блин, как холодно-то. Правда, там такой ветер. Что ужас. Ой. Народ все равно идет, гуляет. Ветер не ветер. Наверное, буду задувать. Слышно. Так, сделаю. Ой. Ой. Шел просто слетел. Все, пошла быстрее, потому что у меня рука отвалится. Да нет. Поставили, будки не было такой, да? Не было. Такая будка. Это нет. Или была? Не было, не было. Туалет был. Да, такой будки не было. Я сейчас ответ от телефона, блядь. Новая будка. Не новая, просто наверху сделали эти. О, какие барахи. Ой, там еще катаются, посмотри. Я таких барахов даже давно не видела. А, здесь. А вода подошла близко. Да. О, нифига себе. Да, даже нет. Было. Вот это да. Там нет пляжа, да, там вода.
на море шторм. На море шторм, а здесь над этой... Будка-то была старая вот эта, а сверху поставили просто... Может, будет лесенка такая. Ой, наверху. Просто там очень холодно, ветер сильный. Мы там не можем долго стоять. Пришел быстро, просто убежал. А, там даже не пройти до речки, да, по берегу? Там смыто. А мы сейчас давай здесь свернем до речки, туда дойдем. Да, ветер все равно сильный. Не, ну мы же в лесу. Там за бараханом не будет ветра. Тут маленький, да, но... Смотри, ветку сломала. Почему не здесь? Мы сейчас отсюда выйдем, как раз к машине-то и выйдем. Зачем оттуда пилить? Это круг такой. Нет, есть. Да, я давно таких барахов не видела тут. Было вот в августе, мы когда были тут, в августе был тоже такой штормик. И тоже берег вот так подмыло. Но это было, слушай, один раз, наверное. Так редко тут бывает. Или не пойдем туда, к речке. Сейчас я тут как шлепнусь. Скользко. Где машина? Оттуда дойдем, посмотрим, вообще замерзшая она, не замерзшая. Вряд ли она замерзшая. Там уже такого не будет, ветка прикрывать будет. Это раньше тут был старый домик. Сейчас они новый, новенький построили. Уже все знают. Да, уже 100 лет этому новому дому. Но мы были в старом доме, снимали комнатку на берегу моря. Он старый, конечно, был, да, уже, ну, не ужасный, а такой, ну, старый. Но так как этот, он же на берегу моря стоит, свежий воздух, все продувалось, как-то вот вони такой не было, специфической какой-то. Нормально было. А тут вечно никого нету в этом доме сейчас, да? Там англичане купили или кто-то. Их никогда не видно. Ну что, пошли побродим по этому Лаврестину. Дырку найдем. Нет, через забор. Там заделали дырку. А там заделали они дырку, да? Да, но... Это вообще нигде дырки не осталось. Можно посмотреть, но... Ну, через забор я, конечно, не полезу. Как ты меня тогда через забор заставила лезть? Не помнишь? Не помню. Ну, с этой стороны мы перелезали. Тут можно перелезть. Там, где деревянные, где ворота, там... Не, нигде деревянные, а вот здесь вот, где этот железный-то. С этой стороны. Я тебя там заставлял перелазить? Да. Да? Мы вместе перелезли, да. И заставил, да? Да. Перелезла? Конечно. И еще этот перелезла и еще пальто было, здесь тоже была то ли зима. Ну не зима такая, но зима, может, теплая была. В
пальто-то перелезать через забор. А вон дырка-то есть. Где? Ну, забор, видишь? А я в дырку залезу? Снесем. Сейчас посмотрим. Не, похоже, там нет. Ты что, там сетка? Забор упал-то. Ой, подожди, я сейчас еще паду сама. Лаврестина, двигателя, лагерь. Да тут свалили его, наверное. Хотя камера свалили, стоит. Видишь, да, давай не пойдем. Ты думаешь... Думаю, камеру же, может, поставили. Думаешь, поставили камеру? Ну, все возможно. А так, да, кусок лежит забора. Ну, типа, мол, да, если зайдете, да, это, да. Ладно, не пойдем, видишь. Да и не пойдем. Было бы мне 15 лет, с удовольствием. Это ж такие таблички только наоборот. В том возрасте. Раз нельзя, значит надо. Господи, сколько лет вот уже прошло, и все вот стоит в таком виде, да? Угу. Так, здесь скользко. Иди на дорогу, там хоть это сухо. Ничего не делается. Такая территория, это ж надо же, это он купил эту территорию, да? Это ж такая огромная. Кусочек веранды покажу. Вот там раньше дырки были, оттуда все заходили. Мы ее заделали. Да? Почему так долго поворачиваем, да, быстрее? Так яма, видишь, какая? А, понятно. Ну, пойдем туда, до речки. Пойдем. По дорожке. Здесь скользко вообще тоже. Один лед. Сплошной. Парковку эту отгрохли. Кому оно надо, да? Здесь машин не очень-то много летом стоит. Летом она платная. По снегу идти. Зима у нас в этом году такая длинненькая, зимненькая. Надоело уже. Лесу хорошо, как летом, да? Ага. Так, только бы еще солнышко включить. Солнышко включить.
Это не грело. Ну да, так, чтобы грело. Господи, вот что здесь дорожку не посыпали. Ой, все. Вот я на катке. На траву. Где? На траву иди. Давай, давай. Так речка тут или не тут уже? Кто? Речка. Здесь, да? Ну, вон где собака, давай туда свернем. У меня же они вообще скользкие. Ой, простите, пальцы в ковер лезут. Так, вот мы доперли, ну что, до речки. Ой. Ну да. Он все равно тоненький, да? Это здесь мы тут сейчас. С этой стороны, нет? Ну, там дальше будет. Речка Вена. Это речка Вена, да? Да. Все равно отсюда это холодно. Да. Ветер сильный с моря, я не знаю, что там за штормяга. Вот так вот. Пойдем греться. Теперь пойдем машину греться. Домой? Да? Куда пойдем? Пошли. А, все, включаемся, тоже замерзли.